ты мой самый хороший. Сейчас мы с тобой будем играть в игры. Ты такой круглый, такой клёвый, такой улыбчивый. Проходимчик, привет. А кто это с тобой? Никто. В смысле никто? Никто. Нет никого. Это что? Это мой лучший друг. Ну давай играть вообще. Мы будем шариком играть. Как шарик? А моя? Ты нет. Мы шарик. Отдай шарик. Я хочу с тобой играть. Нет, шарик. Смотри, какой он улыбчивый. Нельзя его расстраивать. Он должен играть со мной в игры. А ты потом в следующий раз. Пока. Пока. Все, не трогай. Мы с шариком играем в игры. Возьмем спичку. Бери спичку. И подожжем обезьянку. Ой, какую злую. Слушай, она его напугает, нашу обезьянку. Вот это чудище страшное. Ой, смешно. Ты видишь, у этого монстра рука из ушей растет. И обезьянка смеется. Обезьянке нравится. Да. Мы почти собрали пазл. Да. Мы его собрали, а потом разобрали. Быстро прячься. Я спряталась. Что, тебя не услышал? Ай, он тебя услышал. Я его на ходу, в лицо, в лоб, палкой, крутиком. Тихо. Так, залезай. Я не могу залезть. На меня залезай. Давай. Я за шестеренки должна, так понимаю. Нет, потом. Пока надо вывалить все, вывалить. Убегай оттуда. Так. Да ну тиша, я уже тебя боюсь. Иди за мной. Куда за тобой? На меня запрыгивай. За шестеренкой. Че ты застряла? Ничего ты не застряла, беги сюда. А он нас уже не тронет? Не тронет. Типа, если тронет, я его еще саму зомби. Ломом его, так его. Все, теперь никого не тронет, запрыгивай. Тебя будут бояться наши подписчики. Не будут, я их защищу от зомби. Я вижу, ты, по-моему, сам себя не можешь защитить. Если где-то зомби, я его так, его ломом. Так его. Пока ты будешь опускать, я этого зомби ломом, чтобы он не выбрался. Все, он не выберется, он уже проснется. В жизни не выберется, на я. Вот ему вахем, вот так его ломом. Он не проснется, успокойся. Побежали. Сейчас, подожди. Так, лифт верни обратно. Я его добить хочу, чтоб точно. Все, теперь точно наверх можно. Поехали. Майдэй, коллеги, товарищи, подъем. У нас ЧП. Вставайте, ебаные, тухлые шашлыки. У нас пожар. Пожар в офисе. Все эвакуируемся быстро. В порядке очереди, становитесь. У нас экстренная эвакуация по одному. Пошел. Не волнуйтесь, Леха снизу постелил матрас. Мы отвечаем за вашу безопасность. Пошел. Эвакуация. Бля, Леха сегодня на работу не вышел. Эвакуация у нас тут происходит. Никаких исключений. Че стоишь? Давай на выход. Что он делает? Ты мне галстук поправляешь? Я неопрятно выгляжу, да? Ты либо массажист, либо пианист, либо... Кто ты? Ну ладно, я пошел, у меня запланированы другие А ты умеешь убеждать, хорошо. Смотрите-ка, какая встреча, кто тут заблудился? Это ж сеньор грабитель! Грабитель с полными карманами лута, который он нам добровольно хочет отсыпать. Да, грабитель? Смотрите на него, убегает. Довольно самоуверенный парень. Мистер грабитель, если вы устали, можете, не знаю, паузу сделать. Я все нормально, я подожду. Да пошло оно все. Воу. Ну ладно, согласен, переборщил. Дай мне мой лут, и я... Ты что с тобой, синие грибочки попробовал сегодня? Как же скучно. Обиделся, что ли? Ну ладно, все, извини, мой косяк. Давай ты будешь убегать, а я буду ловить тебя по-настоящему, мистер грабитель. Как тебе? Что за херня? Где он? Верни мне мой лут, блядь! Фокусник ебаный! Что за палки? Так. Это оружие? Они ждали, они вас ждали. 9-9. Сюда, что? Так, клади их на землю. Как жизнь, Марин? Нормально, если в целом. А если не в целом? Ну, хреново, если не в целом. Где-то хреново, где-то нормально, но в целом нормально. Если перемешать говно с неговном, то нормально. Если сейчас конкретно, то в основном говно. Вот, отлично, смотрите, тут две машины полицейские припаркованы на инвалидном месте. Можете что-то предпринять, какие-то меры? Придурок!
как, блядь? Смотрите, машины припаркованы вообще неправильно. Ну вообще, ну это просто, я вот проезжал мимо, и прям, ну меня злость охватила. Ну как так можно? Вроде блюстители закона, борются с нарушениями. Может, полицейские инвалиды? Но... А, вот мне тут коллега подсказал, возможно, полицейские инвалиды. Если это так, то я забираю свои слова обратно и тут же отчаливаю. Это именно так. Офицер, я вас потерял. На каком моменте я вас потерял? По-моему, он ушел в нирвану. Извините, если я должен за что-то извиниться, но просто тут штат толерантный, мало ли за что мне нужно извиниться. На всякий случай я извинюсь еще парочку раз. Извините, 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 извините. Но все-таки хотелось бы узнать, вы примете какие-то меры? Не просто для себя, чтобы мне спокойнее спалось сегодня ночью. Хочу склейку, где он арестован и в камере сидит. Ну это что? Это, а где, ну, соблюдение правил? Ты с кем разговариваешь? Ну, если и существуют правила, это я по инерции. Если есть правила, то, наверное, мы все должны соблюдать. Да, блядь! Там мента завалили. Там машина перевернута, и мент лежит. Ёбаный рот. Ладно, о, я понял, у вас тут проблемы более масштабные. Дай, я машину сесть, блядь, уезжай! Какой сегодня день? Сегодня мой день рождения, ЕС! Задувай свечку и загадывай желание. Спасибо. Мне нужно кое-что тебе сказать. Ты на самом деле... Фига себе. А если никто не нарушает в моем городе? Вдруг у меня здесь самый тихий и порядочный район. Сосать. Что столько нарушений на один квадрат? Здравствуйте, леди, а куда вы так торопитесь? А вы куда так? Значит, Левандовская. Пол Ж, рост 6 сантиметров, класс 8. А на фотке у тебя синяя кофта. Закон. Платье и кеды. Может, арестовать тебя такую, а? Кто так носит? Ты с кем разговариваешь? Наркоман, понятно. Вы задержаны за распитие наркотиков. Ты бредишь, что ли? В целом так тихо, ничего не происходит, но просто бывает иногда... Ну вот, опять переходят дорогу в неположенном месте. Достали! Чё, дурак, а если тебя сбили? Так, штраф, 25 баксов. Место преступления произошло, была стрельба. Я стрелял, так что... Очередной смурфик припёрся, что у тебя? Модель? Ага, имя тоже понятно. Слушай, а ты не брат моего компа, случайно? Потому что лагаете вы, походу, одинаково. Слушай, а как ты относишься к таким словам, как... FPS? Графон? RTX, да, тоже башка, да, чешется такой, типа, что это такое? Можно пожать тебе руку? Я просто удивлен, что такие еще, как ты, даже живы. Так, а что у тебя тут дальше есть? Неприятненько, если... дефект? Ты дефект? Я даже здесь тебя помечу, на завод сходи, пусть тебя переделают, потому что, ну как таким можно ходить? До свидания. Возьмите, уходите, главное, не грустите. Я ж попросил. Смотри, это Джефф. Смотри, какой большой, красивый костер. Тебе нравится, Джефф? А для чего эта палка? Джефф, ну ты же спрашивал об этой палке. Я должен это сделать? Я так, Джефф, давай дружить. Прости, Джефф. Где моя мама? Она сказала, что скоро вернется. Она присоединится к нам позже. Какого чёрта ты творишь? О, а как это мы разговариваем? Ой-ой-ой, вон он. Привет, я за тобой вернусь. Ты должен быть рад. Это такая честь для вас, оказаться здесь с нами. Ты можешь улыбнуться? Не хочу есть такую недовольную рожу. Готов к приколам? Есть пробитие. И тебе того же. Увидимся в роду. Я думаю, ты даже там не захочешь меня видеть. Короче, я ехал домой, они меня догоняют, давай подрезать, вот, полиция. Я, короче, срезал и бах-бах-бах. Хана Марку вообще, а Марк был хороший вообще. Держу в курсе, Билл Гейтс прячет 5G-вышки в кактусы для поголовной чипизации людей. Да, кстати, я вот как раз видео нашел Билла с кактусом. Слушай,
Слушайте, ну вот самое интересное, если людей чипируют, то они типа на винде будут работать? Я прям в предвкушении, честно. Вот ты стоишь, вот улетел. Привет, меня зовут Санек. Я полгода занимаюсь паркуром. Сейчас покажу, что я умею.